Ого, 915. Еще последние колоточки. Сейчас было все 5 тариков загрузить. Сейчас постараюсь где-то головами. Бой. Максимум 10. Ого. Тут еще здоровый дом, мне сколько прибавило. Нет, это даже не ранило, я ранил. Бежу себе здоровенький, подожди, холд грязный. Интересно, как она хоста определяет, но выбирает из команды. Kick ass! What a score! You rock! Now check out what you won! Как вам новый скринчик? О, бабуля! Красота, мне. Не расстраивайся. Ну ладно. Опять Игнис, никто не выбил. Никто не выбил. Да. Ничего страшного. Это давайте еще раз попробуем, может, пройдем. Так, в смысле, эту же миссию? Ну, чтобы ты получил пасхальное яйцо. А у меня что, типа, миссия останется, да? Да, у тебя останется. Ты же чертеж не выбил же. Поэтому ты заново можешь. Будем надеяться, что тебе все-таки пасхальное дадут. Да хотелось бы, ой, как хотелось бы. Тем более за промах, ну, в прошлый раз дают 10% бонуса на следующий раз. Ну да. Так, ну, давайте попробуем еще один раз. Ага, дела. Проект. Да, давай. Фана вылетел, нужно пригласить его. Все время ну, то, что они сейчас стали давать наконец-то золото, это дубликаты чертежи, это так радует. А у Фан, у них кусок, у него кусок есть. Олфан, ты тут? Да. А, присоединяйся. У меня все спят. А, ну, ты будешь еще играть? Да. А, я выкинула просто, присоединяйся. С деньгами всегда проблема. Вроде столько чертежей хочешь качать, а денег не было. Сколько у тебя сейчас денег? Полтос? У меня много денег, но я вот их давно не тратил. Все время думаю, на что же их потратить. 217 тысяч. Угу. Ой, это раз много. Пару раз пушку качнешь, все. Две пушки, две редкие, да. Ну еще у меня 4500 Mercury Point. Сколько? 4500. Ой, как здорово. Нет, ну, да. Ну, как бы, блин, да нет. Купил. Я просто жду и думаю, блин, сейчас они же должны, наверное, вот-вот какой-то либо компанию анонсировать, либо, ну, райдера просто так не будут анонсировать. То есть они уже анонсировались на Притисому и на скрине вот показали сегодня Анеску. Ну, то есть понятно, что была она, будет Анеска. Учитывая...
что все так сильно ждали Анеску, я думал, что она станет главным сюжетным персонажем новой кампании. Но они пригласили звезду на озвучение другого персонажа. То есть как бы тот персонаж будет главной звездой новой кампании, ну главным персонажем. Я надеюсь, Анеску тоже как-то не обделят, и они хотя бы как-то вдвоем будут в катсценах фигурировать. Хотелось бы, очень хотелось бы. Ну это было бы сильно логично даже. Потому что, ну, например, во второй сильно... где-то на второй и третьей миссии там встретить Анеску, что-нибудь такое. Ну да, потому что было бы как-то сильно не прикольно, ну, если бы Анеску добавили, ну, просто как, блин, я пушку забыл поменять. О, а у меня есть... Расклад? А у меня другая пушка есть. Другой расклад, очень да. Ну, её. Ну, я там себе в ту раскладку карты поставил уже на бонусы опыта. У меня умножители еще пару штук есть. Ну, ничего. Будет меньше опыта. Блин, чертеж бы получить нужно. Так вот, не прикольно будет, если они добавят Анеску как рядового райдера вообще, как ничего, ну, как того же Рака и всех остальных. Просто райдер да. Появился и все. Чу. Да, Рук, это печально. Come on, man, give us a good curse! Fuck! We're approaching the target! Молодцы. Часто тоже играю в эти игры. Так ты же с крутой играешь. А. Дождем, а крути. У нас конечно тебя меньше, чем я могу. Лучше это стандартное оружие. Но мне еще там на деньги в качестве так. Повреждение это особо не берет. Мне кажется, что просто если быстро потянуть, и все равно тоже не будет. Я тоже.
опять же, и бонус у меня там максимум, по-моему, 3000 не было. Видео 3000. 3000 ты получаешь вообще в плане, мне кажется. Может, ты просто не замечал, но ты видишь сейчас, что в твоей команде был скачан бонус на золото просто. Мы там продавали сроком на 300. Заряжен, не делай.